Здесь вообще страшная была картина, железный забор, все везде завалено, все в грязи. Ну вот заасфальтировали, вывели дорожку, лестницу сделали, и вот такой вот, ну вы сами видите, в каком состоянии забор, то есть хороший ураган, ветер, это все будет, ну, на людей попадет, я не знаю, к трагедии, может, приведет. Посреди нового жилого комплекса, говоря официальным языком, объект незавершенного строительства. Здесь нередко ищут приключения местные подростки. Забор вокруг Звенигородского недостроя появился недавно. Его по поручению главы округа установила МБУ. Стройка остановилась 3 года назад. Застройщик ЗАО «ТМ-Стройпром» признан банкротом в 2018. Ввели туда коммуникации. Банк, который прокредитовал все это, оплатил как бы коммуникации, ТП, которые подводили. То есть наш дом и 8-й дом, 6-й и 8-й дом, они нуждались в коммуникациях. На сегодняшний день там банк все профинансировал, и наш дом 6-й и 8-й дом профинансировал. То есть здесь все по коммуникациям, все вопросы решены. Таких недостроев в ЖК «Восточный берег» 2. Положенных квартир так и не дождались. В общей сложности порядка 25 человек. Сейчас представители Подмосковного фонда защиты прав дольщиков собирают пакет документов для наблюдательного совета Федерального фонда. Вариантов дальнейшего развития событий 2. В случае, если будет принято решение по возврату средств, граждане получат свои деньги, исходя из рыночной стоимости квадратного метра. Если будет принято решение по дострою, то мы, как региональный фонд, будущий застройщик этого объекта, будем проводить всецелую экспертизу всех объектов, в том числе и этого. Необходимый пакет документов представители Подмосковного фонда планируют собрать в кратчайшие сроки. Если это удастся сделать, наблюдательный совет может состояться уже в октябре-ноябре. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».